Конкурс начинающих исполнителей «Семидомик» зародился 25 лет назад. Тогда состязались лишь шибердские вокалисты, со временем присоединились участники из соседних городов. Дарья Сычева, одна из первых участниц этого конкурса, вспоминает, что тогда, в конце 90-х, для детей это было большим событием. Ну, на тот момент это был такой масштабный, наверное, самый конкурс, такое мероприятие для нашего города. И у нас всегда собирались полные залы, была такая поддержка. Но он проходил раньше несколько этапов, не в один день, как сегодня. Помню, с песней, она потом, наверное, была какое-то время моей визитной карточкой, героини моего романа. Вот, ну, первое место, да, заняла. Сегодня Дарья Сычева – наставник для нового поколения начинающих певцов. Знания она передает своим воспитанницам. Для конкурса они выбрали песню «Про мамины руки». Разучивали где-то месяц? Около того. Около того. Я сначала одна ее пела, а потом мы решили соединить ее вместе с девочками. С нами еще поет одна девочка. Конкурсанты поют в двух номинациях – сольно и в ансамблях. Причем по правилам конкурса победители прошлых лет не могут участвовать в сольной номинации повторно. Это очень приятно, что жанр эстрадной песни развивается, живет, что появляются новые имена. Из разных уголков Новосибирской области, из разных районов. Есть отдаленные районы, которые в 5 часов утра выезжают, приезжают к нам на конкурс. И конкурс вот сегодня у нас начался в 10 часов утра. Заявок было очень много, и город Бердск выступали первыми, чтобы дать возможность подъехать из дальних районов нашим соседям на этот конкурс. Конкурс «Семидомик» – один из старейших в Новосибирской области. Уже 25 лет Бердск с радушием встречает юных исполнителей. В этом году в отборочном туре приняли участие 85 вокалистов. Это участники из Бердска, из Китима, из разных районов Новосибирской области. В финал вышли 26 ребят. В каждой номинации выбрали лучших исполнителей и наградили. Гран-при конкурса завоевали бердчане Тимофей Глазунов и Илья Имангулов. Они спели в дуэте песню «Красный конь».